Здравствуйте, снова с вами снова опять я, Андрей Непряхин. На сегодняшнем уроке мы с вами поговорим о создании террена в программе 3ds Max, в данном случае 2010 года. С чего начнем? Переходим с правой стороны, вкладочку планы, плоскость. Поставим создание от центра этой плоскости и создадим вот такую вот плоскость. Давайте выровняем, создадим 200 на 200. Чтобы сохранились пропорции. Вот, плоскость у нас готова. Здесь следующим этапом будет у нас. Нам нужно добавить на наш террен, подгрузить модель сталкера. Импорт, NRG, присоединение. Выбираем нашу модель. Вот она модель. Вот мы подгрузили. Для чего это нужно? Для того, чтобы нам сделать сеточку, чтобы легче было работать. Делаем Ctrl-I, инвертирование модели, выбор модель. Вот, у нас появилась такая вот вещь. Чтобы видно было нашу сеточку, клавиша F4. Выключение, включение. Либо клавиша F3, прозрачный режим. Так, следующее. Теперь нам нужно наш террен, который мы будем создавать, подогнать под размер сталкера модельки. Так, переходим в вкладку Modify. Вот это закрылась наша плана, которую мы создавали. Вот, у нас сейчас стоит 20 на 20. Давайте поставим 50 на 50. Посмотрим, что у нас получается. Можно поставить чуть больше. 53 на 53. Чтобы приблизительно одна клеточка соответствовала ширине дорожного полотна. Как вы себе это представляете. Нам просто легче так будет работать. Можно чуть еще уменьшить, 55 на 55. Ну, вот приблизительно где-то так. Все, сеточку мы настроили с вами. Ну, следующим этапом нам нужно сетку конвертировать редактор поля. Правой кнопочкой нажимаем конверт и поле. Видите, сверху у нас засветилась рабочая панелька такая. Сейчас мы с ней будем работать с этой панелью. Она очень удобна в работе. 2010 Max. Вот, эта панель срабатывает только тогда, когда у нас модель переведена в Edit поле. Тогда мы можем использовать эту панель. Вот. Есть настроечка Free From. Вот. Это настройка именно что рисования асфальта. Либо дороги, как вы это хотите. Для начала давайте мы с вами немножко сделаем небольшие наши бугры на террине. Переходим в вкладочку Shift. Вот, и вот таким вот способом можно приподнять нашу, сделать натяжечку на нашей сеточке. Таким вот сделать небольшие ямки. Посмотрим, что у нас получается. Вот. Либо здесь есть вкладочка создания таких вот горной поверхности. Также тут есть, можно сделать релакс, расслабление, то, что мы создали, чуть выровнять. Либо все это дело можно проделать здесь, на строчках. Если мы опустимся в самый низ, Deformations, выберем Push Up, поставим по оси Z, вот, и зададим диаметр нашей деформации. Вот. Это много. Давайте опустим ее до двоечки, оптимальный вариант. И вот таким способом мы начнем приподнимать края нашей локации. Вот. Чтобы сделать такую холмистую поверхность.
Если вы что-то где-то хотите назад вернуть, нажимаем Relax, расслабление. И вырубить можно все это дело назад. Либо можно поставить отрицательное значение и сделать впадины вот таким способом. Теперь у нас получается приблизительно такой первый. Сейчас опять поставим двоечку. Здесь поставим чуть-чуть один. И приступим к самому, так, к основному всех волнующему вопросу создания дороги на нашей перемене. Делаю бугры, чтобы было видно прилипание нашей дороги к этой бугристой поверхности. Вот. Таким способом все это нужно делать. Либо вы, если хотите сделать тоненькую работу, можно перейти на вертексы. И то же самое сделать деформацию по вертексам. По каждому вертексу можно сделать такую же деформацию. Видите, да? Вот, можно уменьшить, увеличить разные деформации. Так. Будем считать, что мы теперь до начальных настройков мы создали. Вот, сейчас мы с вами начнем делать дорогу. Итак, переходим с левой стороны вверху панели. Здесь идет привязка. Привязка к сетке и к объекту. Мы сейчас ставим привязочку. Здесь у нас вычислена ширина полоски, которая у нас будет получаться. Нажимаем клавишу X, чтобы вам видно было. Так, поставим элемент. И начинаем вот такое движение. Видите, да, у нас на локации появляется дорога. Давайте посмотрим по ширине. Нам не нужно сделать немножко пошире нашу дорогу. Увеличим размер. Попробуем. Можно еще чуть увеличить размер. Поставим 54. Попробуем нарисовать уже более-менее подходящий размер нашей сеточки, нашей дороги. Итак, что нужно взять? Перейти на топ, вид сверху. И начинаем рисовать наш асфальт. Вот таким. Это много. Много сделал. Много. Вот таким способом мы рисуем нашу дорогу через холмы. Вот мы с вами нарисовали наш асфальт. Видите, да? Он плотно прилегает к нашему терену, огибая все поверхности. Будем считать, что у нас фактически дорога готова. Следующим этапом это можно закрыть, больше нам не понадобится пока. Следующий этап это редактирование нашей дороги, нашему терену, вырезание. Самый важный элемент. Переходим в вкладку вертексы. Клавиша F3. И мы с вами начнем вырезать то, что находится под дорогой. Видите, да? Вот у нас есть вертекс. Мы можем сделать delete, вырезать полностью. Вот. Либо мы можем сделать break. Это нашей точки. Брик это отделение каждого вертекса друг от друга. Видите, да? Идет отделение каждого вертекса. Вот мы таким способом отделили вертексы друг от друга. Вот. Следующий вертекс. Удаление не пойдет. Тоже нужно сделать брик. Отделили. Вот каждый вертекс. Работа кропотливая, долгая, требует усидчивости работы. Но ничто так просто легко не дается. И вот таким способом разделение каждого вертекса. Мы начинаем вырезать. Будем сейчас вырезать дорогу, асфальт, наш терен. Вот. Следующим этапом, что нам нужно сделать? Вот, нам нужно привязать
все эти точки к нашему периоду, чтобы не было у нас щели. Так, с чего мы начнем? Мы начнем с того, что, допустим, нам вот эта вот точка не нужна. Если мы нажмем клавишу Delete, удалится полностью полигон. Если мы клавишу нажмем Remove, удалится только точка. Видите, да? Так, три штуки. Подгонять. Ставим привязочку 3D. Правой кнопкой клацаем. И видим вертексы. Привязку по вертексам ставим. Убирать пока не будем это меню. Вот перекладываем вкладочку Move. И начинаем движение каждой точки. Вот они у нас сами, эти точки, прилипают. Видите, да? Идет самостоятельно прилипание точек наших. Вот таким вот способом мы делаем прилипание вертекса. Здесь нам нужно создать одно ребро. Переходим вкладочку. Да, можно и на вертекс это сделать. Ставим привязочку. Edge по ребрам. Правой стороны create создать. Выбираем в этом месте. Я создал точки, нужно, прошу прощения, нужно было нажать куб вырезания. Вот таким вот способом. Вот мы с вами вырезали точку. Вот, полигончик разрезали. Переходим опять на вертексе. Делаем дальнейшую привязку наших вертексов по точкам. Таким вот способом. Здесь у нас пусто. Нужно нам создать полигончик залить. Переходим в папку полигоны. Вкладочку Create создать. Привязка по вертексам стоит. Мы создаем сюда, заполняем это место полигоном. Вот. Полигончик мы создали. У нас сейчас в этом месте, видите, небольшой косячок. В этом месте у нас вертекс лишний. Этот вертекс нам нужно удалить. Вот у нас вертекс. Мы нажимаем клавишу Remove. Вот у нас ребро наше выровнялось. Плотно-плотно прилегает. Видите, да, пошло появление асфальта, дороги на нашем терене. На этом пока делаем паузу. Ждите продолжения.